мероприятие по модернизации всей инженерной инфраструктуры села Каринского. Это водопроводная сеть, канализационная сеть, очистные сооружения, водозаборный узел были включены в государственную программу развития инженерной эффективности, инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. Материалы завезены, стройплощадка готова. Скоро начнется капитальный ремонт сетей водоотведения в селе Каринское. Система была построена в 1978 году и давно нуждается в реконструкции. А ведь она обслуживает около 1500 человек и 3 социальных объекта. Нагрузка значительная. Очень важный проект на этой территории. Очень важный для жителей, потому что это качество жизни, качество инфраструктуры, качество всей основы жизнедеятельности здесь. И, конечно, очень важно в эти сложные для нашей страны дни, для наших граждан, конечно, все строить быстро, качественно, максимально дешево. Проведут реконструкцию водозаборного узла, чтобы улучшить качество воды, поступающей в дома жителей. Основные работы подрядчик проведет летом, а полностью завершить их планирует осенью. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».